остановись. Остановись и посмотри на небо. Скажи хоть один раз хвала Творцу за соль, за воду, за кусочек хлеба, да и за жизнь бесценную свою. За то, что ты живешь на этом свете, за день, за ночь, за зиму и весну. За солнце луч, что в твои окна светит, скажи хоть один раз хвала Творцу. За взлеты и нелепые падения, за радость и за горькую слезу, за каждый вздох, за каждое мгновение, скажи хоть один раз хвала Творцу. За тех, кому обязан своей жизнью, конечно, это маме и отцу. За город, где живешь, и за отчизну, скажи хоть один раз хвала Творцу. За то, что ходишь, и за то, что дышишь, за смерть, что смотрит в сторону твою, и прежде чем этот мир покинешь, скажи последний раз хвала Творцу. Прохожий, прохожий, не гордись, взгляни на небо. Неважно, кто ты, раб или олигарх, каким бы в жизни человеком ни был, знай, что в этом мире ты в гостях. Пусть ты живешь на склоне побережья, где воздух чист, как высоко в горах, или на тебе, даже на тебе царя одежда, но знай, что в этом мире ты в гостях. Старайся быть борцом за справедливость, с чарующей улыбкой на устах. А если в твоей жизни что случилось, на то и жизнь, что мы с тобой в гостях. С глупцом и подлецами не общайся, и с теми, у кого лишь зло в мозгах. В лживый плен, как слабый, не сдавайся, пока ты в мире в том, где все в гостях. Зла не желай того, кого не любишь, и тем, кто тонет в собственных грехах. Умрешь, и рядом с ним лежать ты будешь, ведь в этом мире мы с тобой в гостях. Держись за жизнь обеими руками, тонуть старайся в радостных лучах. Делись добром с родными и с друзьями, пока ты в мире в том, где все в гостях. Минухато Беган Эден. Еще раз я говорю. Примите мои искренние соболезнования этой мишпахе. А сейчас среди нас Бебакаши Абаховут. Арау Ронен Шаулов. Мы все его знаем, дай Бог ему здоровья. Сегодня он посчитал нужным присутствовать здесь, поддержать эту мишпаху. Давайте, пожалуйста, уделим некоторое время для него, чтобы он несколько слов высказал, во-первых, в адрес отца семейства и несколько Деброй Тора. Бебакаша, Арау, микрофон. ברוך תהיה. באיזה שפה לדבר? עברית? רוסית? רוסית? רוסית, אחר כך אני צריך זוג בני ברץ'. אחר כך יזיק שלי ושיניים מלוך. טוב, בעזרת השם הזביניתי, זה מוי רוסקי יזיק, נו ירודו כך פסטרץ, אתה כרס גבר את מלאקטוניק, וכניץ. ויש שאתה בוחות את סרצה, זכות את סרצה, אתה כשאתה... וכניץ יריבו שאתה עושה בורית פניאת, שאתה איך את שולבה, אז כזה טוב. Я это сделаю коротко, בעזרת השם. Не буду вас ככה замучать и много דברי תורה. אבל ברשות הרבנים, ברשות הקהל הקדוש, ברשות כל אחד כבודו ומעלתו, ברשות הרב בוריס שליטה, ברשות הבן האהוב, ברשות כל אחד ואחד פה, המשפחה, האחים, הגברים, הנשים, ברשות כולכם. מסקאז'י נסקל קוויישי, שטועטת בעזרת השם, מבודים פניאת שטועטת נשא יזיז, עשו בינם סיבודיה שנבניה. Есть много
Я верю, что много уже сказали на цадик, что уже не тут с нами. Рувен бен Мафрат, זכר צדיק וקדוש לברכה. אומרת הגמרא, איס לי גוי, וביר לברי, את הדברי אוניבוניית וסוד. און פדימה יצא אברי, בי סוד. בתמושת בו גברית, איס לי פטרוג עלי מויסין, צ'וז'י פטרוג עלי מויסין, את הפטמושת און מויסין, איבו פטרוג עלי איתך ניכנץ. יד על שיבוא ניבוד וסודית פתשימו פתמושת און אומיר זמיניה פתמושת און עברי און מויסין והבידי לי פעם שתו ככה הייתה מחבל מוסלמני וביווה את מוסיל את התולקה בסוריה פה לא וביווה את תולקה בוגה דייתי פתמושת מי יבוא דייתי אני זווית ויותר רבנו יותר חומרים מקנים נכון? יחד שוב אמרה סקזת פתיני ושמלים כי הבאת את יקון שאני אלך בעזרת השם מי שהסביל לי תמה אצל רבי אהרון יסייב כתו וביל לי הכמיסתי כתו שסמי דיין, כתו שסמי מסתה נימית אמר הסקזה לשתות אשתו בעזרת השם מזכור הנענה שיעורו כברוסקי יזיק ונתניה זו פוסי זוותרה מי את הבוד עם הסקזת ונזנה איתי הנקדש טוב סיביש נגלית Не только иногда, мы никогда не знаем, что Всевышний делает. В этот день, что ваш отец умер, что его убили, вы не знаете, сколько евреев он спас. Я вам расскажу что-то, что только 2 недели тому назад мне рассказали. Но перед этим хочу вам рассказать одну вещь. Один день пришел человек простой и купил билет, зашел в театр. Он купил попкорн, кока-кола. Он купил себе там все, что надо, и зашел внутри в театр. Он заходит, сидит, кушает, пьет. И после часа начинается театр, открывается эта занавеска, открывается, и выходит там бамай. И смотрит, что только он там сидит. Он говорит, что это только ты тут? Он говорит, да, только я. Я не могу сейчас вытащить 75 артисты для один как ты, извини. Я понимаю, что ты купил билет. Я тебе дам деньги за билет назад. Я тебе дам деньги, что ты купил. Я тебе дал такси. Я еще дам тебе $1000. Только уходи отсюда. Что я сейчас буду поднимать 75 артистов для тебя? А, Баруха Шем, кто от нас не взял? И все взяли $1000. Даже 500 взяли. Все взяли. Евреи умные. Взяли. После день заходит Обама. Это черный, что сидит в Белый дом. Ну, это его последний день сегодня, во уроже. Да, это черный. Много черный принес в этот мир, это черный. Бамба. Это друг של Бисли, Бамба, за тамин ли. Он сидит там сам, Обама, и после часа открывается занавеска и... О, Обама тут сидит, давай, ей, 2 часа для него играли, и это... Какая разница? А, Обама это король, Обама זה מלך! Обама זה מלך! Бог говорит, а вы кто? Вы Бога дети! Вы лучше, чем это черный! Если он черный, такой Обама мелех, вы евреи, каждый вас мелех. И я для один мелех готов сделать 2 часа, что все играло только для него. Что 75 людей в мире сделали все только для один. 4 лет тому назад в Бат-Яме один раввин, что вернулся бетшува, его дочка была 11 лет, и было, когда они вернулись бетшува. Они стали религиозны, Баруха Ашем. И когда пришло день, что ей было 18, она познакомилась с одной девочкой, очень плохая. Сегодня, друзья, это самый плохой вещь. Самый опасный вещь это, друзья.
Деда, извините, сколько у вас друзей есть настоящих? На одна рука, можете мне считать сколько? Честно скажите, есть много? Есть сколько? Нет, честно. Нет. Не надо стесняться, не надо стесняться. У тебя Facebook нету, Бабуша? Нет. Сколько у тебя друзей? Один, два максимум, а? Еще когда плохие дни, хас ве шалом, так же я не там. И сегодня человек, что имеет Facebook, на два дня у него 5000 друзей есть. Барух Ашем, Барух Ашем. На два дня. На два дня. Работай. Написано בהלכה, בשר שנעלם מן העין אסור לאכילה. מאז השתושה סמיו ותשלי נעוליץ הסדירת נמנגל, יזשלי דמוי. И никто не посмотрел на мясо, одна секунда не посмотрел, не увидел ее, нельзя ее кушать. Что хас ве шалом не поднялся на нее, и мехуса мехуса. Басар галуй, шенеэла минаин, умерет агмара, сур лахила, сур лахила. Авал басикрет, мазе басар шенеэла минаин, сур лахила. Это не только мясо шел баранина, это мясо шел наши дети. Что если одна секунда ты на него не посмотрел, ты его потерял. И сегодня, когда у них есть таблет и айфон, ты их теряешь. Сегодня от Москвы мне позвонили и сказали, что я нашел, что моя дочка в 14 лет, что она смотрит там, арав, что мне делать? В 14 лет, что она знает, наши бабушки не знают. В 12 лет, что она увидела, наши прабабушки никогда не мечтали, что есть такие вещи в этот мир. В 14 лет он уже половину мира увидел. Наши дедушки не видели одна грамма это что. И это что? Это наоборот, это хуже стало. Сегодня в телевизор все грязные вещи. Реклама – это грязные вещи. Каждая программа – это грязные вещи. Каждый вещь это грязь. Если не будет грязи, это не будет продавать ничего. Никто не купит. Скучно. Будет скучно, да. И она открыла Facebook. И Facebook, и там у нее стали 5000 друзей. И она там познакомилась с один красавчик. Его имя было Амос. И три недели они на связи, она и Амос. До этого день, что они решили увидеться. Он пришел, ее поднял на машину, и он ей поставил песни. Такие песни, сегодняшние песни, это уже не песни. Это уже взять нож и порезать себе каждые 5 секунд. Почему ты меня оставила? Я тебя люблю, я тебя люблю, я без тебя не смогу. Не оставляй меня, не уходи, я умру. Такие песни наши дети слушают. Ай-яй-яй-яй-яй, убили наши дети. И она увидела, что этот Амос что-то в ним не такое, что-то. Она говорит, Амос, извини, мой любимый, ты еврей. Он говорит, мат, газанит. Что с тобой? Что ты такая, что тебе с разница еврей и араб? Ага, и она ему сказала, что? Он говорит, да, я араб. Я не Амос, я Махмуд. Да, сегодня он Йоси. Но в реально он Юсуф. Он сегодня говорит, мое имя это Гавриэл, и мое имя это Джабриль и Маршимо. И она влюбилась, и его отец плачет, не оставляй меня, пожалуйста, не делай такая ошибка, это позор. Арабы это звери. В Израиле, в нашей стране, сионистская страна. В этот страна, что мы мечтали быть евреями, стали гои. 85723 девочки идут с арабами в Израиль. Вы знаете, сколько процентов от Советский Союз, Бухара, Грузия, Кавказ,
28.9 от нашей сестры идут сараби. Они мешакер оло? А? Ешет зе оло? Им арабим олхим. Раньше что араби зашли к нашей места, надо было позвонить к это наши бандиты, а? Эзе мишу, а? Я могу зайти к вашей территории, только купить, да? Семочки у нас, да, заходи на 15 минут. Они боялись зайти в наши места, сегодня они живут с нами. Он третий этаж, а мы четвертый этаж. И он живет с нашей двоюродной сестра еще. במדינה הזאת הציונים דיות רוקו חופשייה רק לעשות נגד התורה. רק לעשות נגד התורה. он принес רביו בלשי, מחזירים בתשובה, ברתי, סיסטרי, מה לא, את אני פמגלו, אנסים, רדילת, רדיתי, אברהים, יוסוף, ואחמד. אברהים, אני סказал לי פתאום שאתה אברהם תושי את האברהים, יוסוף את היוסף, ואחמד את השתועדין בודית נשי. И никто не помог, ни слезы, ни отец, ни мат, ни равьон, никто не помог. Никто. И один день, год тому назад, это наконец, слушайте, год тому назад, она сидит у них баджама дома, вся семья там, 50 араби. Кмо джуки, маем, а? Тер таракани. И новости, 8 часов новости. Пигуа бебиньян панорама. Мехабел бен Авла рацах ште иудин. Арон Йесаев ורובן. Ште иудин нирцеху. Хамиша йетомим. Везе, вепо, вешам. Яна сидити смотрит как араби увили ее брати и сестри. И они поднялись на столе и начали танцевать и петь их песни. А, ой, 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 как они радовались. И она сидит и плачет и говорит, «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». После недели она вернулась домой сама. Что не смогли сделать равьё, что не смогли сделать брат и сестры, отец, мат, смогли сделать один, как твой папа Рувен бен Мафрат, ורבי אהרון יסייב. אה, שתו נדה פלוצ'י תודה רשתו, אה? וירנוץ אקסיה וישני? שתו נדה, פייחת בלניץ אשתו וירנוץ אקסיה וישני? שתו נדה, בלייז אשתו וירנוץ אקסיה וישני? אקסיה וישני גברית, מי שעוזב אותי יום אחד אני עוזב אותו יומיים. כתו מיני עשתה ילדים דיאני, עשתה מלאייב עוד ודניה. Все наши болезни, все наши страдания, это потому, что мы оставили Бога. Это потому, что мы оставили Всевышний. Чтобы Эзрат Ашем, его сын, его дети, кам, это бен Яхид? Бен Яхид. Его сын, все тут вы, его братья и сестры, его родные, его любимые, все, кто сегодня пришел уважать, это аншама кдоша шел Раби Рувен бен Мафрат, что вы все, Безрат Ашем, увидели счастье и покой. Что увиделись на радость. Ашлях Кадош пишет, наконец, сколько уже можем плакать, сколько, сколько, сколько. Сколько написано, что в последнее поколение, что родители будут похоронить их дети. В начало дети похоронили их родители. А в последнее поколение родители хоронят их дети. Почему? Потому что мера за мера вы мне оставили, Бога оставили, я вас оставляю. А раньше как наши в Бухара, в Кавказ, в Грузии, все Бога любили, все верили, все были с такая борода, все были с кипа. Сегодня не мне это чечица, чечица. А, и мусульман, а, что живет в Джандам, ему не чечица, чечица, а тебе чечица. А, гой, гой, и пикос, макос, доминос. Христианин одевает кипа. Тебе кипа тяжело одевать. Они верят Всевышний. И ты, что ты мой сын, ты мне оставил. Мера за мера.
Когда мои дети меня оставляют, ваши дети вас оставляют. Когда вы от меня ушли, ваши дети от вас уйдут. Мера за мера. Так что от сегодняшний день мы Бога не оставим. И никогда его не будем оставлять. Что Беазрат Ашем, Машиах Яро Бимара Биямену. ויקים את רבי אהרון בן מפרט ורבי אהרון יסייב השם ייתן להם בעזרת השם למשפחה הקדושה ולכולכם לראות ביד משיח צדקנו במהרה בימינו וברוכים תהיו בתוך שער כלל עם ישראל אמן ואמן ברוכים תהיו ברוכים תהיו רבי חנניה בן הקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש От всех вас еще раз мы скажем Хазак Барух нашему Раву Рувену Шаулову, дай Бог ему здоровья, всего самого наилучшего. То, что посчитал нужным присутствовать здесь на поминальном вечере, дай Бог вам здоровья, дай Бог, чтобы вы на наши торжества этой мишпахи этот наш Рав присутствовал. Хазак Барух. زمین ای زمین با من گوی تو مادر جان زمین با من گوی تو تو دیده هول از که این نابود شنیدی هم شیرای داود کی سفید بختو و کی آنا شد چرا دست به دست هر بود و نابود گرگ و گسپند دشمن یک دیگر نیست روزه نرزد خونی جیگر زمین تو دیده از آبر زمان جنگ و جنجال در تگی آسپان خیف کی نداند آدمی نادان برای زمین همه مهمان شیری خامزی مادر خورده هست آدم میخواهد شود سامخی بی באותו יום שאהרון נרצח ח' בכסלו תשע"ו, כבר באותו לילה ליוו אותו המונים למנוחת עולמים בחולון, והוא נטמן בחלקת נפגעי האיבה. השם ינקום דמו, אמן. נפשו בטוב תלין, וזרעו יירש הארץ, אל נקמות השם. חייפי עולם, חייפי עולם, חייפי עולם. חייפי עולם, חייפי עולם, חייפי עולם. איזה מין, איזה מין במן גוי תו, עולם שרע המגין במן גוי תו, זמין תו דידה עזובי זמון, ג'נגו ג'נג'ול דר תגי אוספון, חייף כי נדונת אדמי נדון, بروی زمین همه مهمان شیری خوزی مادر خورده هست آدم بده هم دلیل ملسک آلم چشمی آدم کیسر می شود برای جنجال و شر می شود زبانش تیر و شم شعر می شود جان کنده شود خیفی عالم
Olam çağın, baman gülün.